Привет, друзья! Добро пожаловать на мой канал! Сегодня предлагаю вашему вниманию рецепт супер простой выпечки к чаю. Это пирог на кефире. Делается абсолютно из простых продуктов, которые, я думаю, есть в каждом доме. По принципу все смешал и готово. Выпекается в течение 30-40 минут. И через время у вас на столе очень вкусный пирог к чаю. Еще пирог хорош тем, что выпекать его можно абсолютно с любыми ягодами и фруктами. Приглашаю вас остаться со мной до конца этого видео, узнаете простой рецепт вкусного пирога. В описании количество ингредиентов. Мы с Сашенькой желаем вам приятного просмотра и приглашаем вас подписаться на наш канал, чтобы не терять наши вкусные, простые рецепты. А лучшее впереди! Итак, в миску я выливаю 250 мл кефира, всыпаю чайную ложку соды, перемешиваю и оставляю на 15 минут, чтобы сода погасилась. Затем добавляю соль, яйцо и всыпаю сахар. Наливаю 3 столовые ложки растительного масла без запаха и перемешиваю все хорошо венчиком. Взбивать не нужно, просто перемешать. Теперь сюда просеиваю 300 грамм муки. И перемешиваю все хорошо венчиком. Тесто получается вот такое, как густая сметана, полужидкое. Для наполнения я сегодня беру красную смородину. Я ее помыла, очистила от веточек и высыпаю прямо в тесто. Хорошо лопаткой теперь все перемешиваю. Выпекать буду в разъемной форме 24 сантиметра, устилаю пергаментом, промазываю слегка растительным маслом и выливаю все тесто в середину. Если возьмете форму меньшим диаметром, пирог, естественно, получится выше. У меня просто нет пока под рукой другой формы. Слегка встряхиваю, ставлю в разогретую до 180 градусов духовку приблизительно на 30-40 минут. Следите за верхом, чтобы не подгорел. Готовность проверяю спичкой, накрываю полотенцем и даю пирогу полностью остыть. Когда пирог остыл, снимаю разъемную форму, он очень хорошо от нее отходит, и перекладываю на поднос. Для украшения присыпаю пирог сверху сахарной пудрой. Можно этого не делать, это уже по желанию, либо украсить любыми ягодами и фруктами. Вот такой пирог у меня получился. Разрежем, посмотрим. Очень мягко режется, хорошо поднялся. Посмотрите, какой пирог получается в разрезе. Он довольно видно, что пушистый, мягкий и очень-очень вкусный пирог. Я рекомендую вам обязательно его попробовать, когда хочется чего-то к чаю, но не хочется заморачиваться с выпечкой. Также этот пирог можно печь и вовсе, без ягод и без фруктов. Тоже получается очень вкусное, простое тесто. Пирог мягкий, в меру сладкий и, конечно, смородиновая кислинка тут как нельзя кстати. Так что попробуйте, очень вам рекомендую. Думаю, что вам этот пирог понравится. А мы с Сашенькой желаем вам приятного аппетита и отличного настроения. Очень надеемся, что это видео вам понравилось или было хоть чем-нибудь полезным. Если так, поставьте нам лайк и подпишитесь на наш канал. Ждем ваших комментариев. Смотрите другие наши видео. Пока-пока!